Всем привет! Вы реально прожужжали мне все уши, сделая обзор на Игуверсе, сделал на него обзор. Так вот, в этом видео этого обзора не будет, но новость связана. Сейчас мы поговорим о предстоящих лаунчпадах на бирже QMall. Я уже писал в телеграм-канале о том, что на ней планируется в ближайшее время проводить интересные лаунчпады. Я говорил, ребята, регистрируйтесь на бирже заранее, проходите KYC. Но что-то большинство из вас тупо на это подзабило. А теперь они анонсировали именно те проекты, которые будут проходить уже в сентябре. Перед этим я быстренько напомню, что моя цель заработать за 2 года 100 тысяч долларов на криптовалюте. Если интересно, как я это сделаю, подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Возвращаемся к нашей теме. Что же они нам предлагают? Значит, на сентябрь не анонсировали лаунчпады 3 проектов. 1, 2 и 3. Эту штуку они назвали QPAD. В данный момент, сейчас пока что никакого QPAD у них нет. То есть это появится вот совсем-совсем скоро. Но что нужно сделать заранее, это зарегистрироваться на бирже. Регистрация крайне простая. После этого нужно пройти верификацию KYC. Для этого нужно навести значок сюда, и тут у вас будет профиль написано красным, не верифицировано. Вы перейдете сюда и пройдете очень простую верификацию. Здесь она реально крайне простая, и я не знаю случая, когда бы они ее отклоняли. Для этого нужно всего лишь отфотографировать свои документы. Традиционно либо загранка, либо ID-карта, либо водительское удостоверение. И сделать фотографию самого себя в одной руке, держа документ, который вы отправили на верификацию. И в другой руке бумагу с датой, когда вы проходите верификацию, и надписью слова QMall. Все будет написано, все максимально просто. За сутки вы ее пройдете вообще без проблем. Но сделать надо заранее. Потому что сейчас картина очень странная. Регистрации реально мало, и KYC практически мало кто проходит. Как вы собираетесь зарабатывать деньги? Я вообще поражаюсь. Реально элементарные действия, и вы их почему-то не делаете. Что еще нам понадобится для участия? Для участия нам понадобится токен QMall. QMall — это токен самой биржи. В каком количестве они нужны, где они должны находиться, мне это неизвестно, поскольку они такое еще не проводили. Это буквально вот совсем-совсем новинка. То, что у них был лаунчпад непосредственно своего токена. Кстати, я участвовал в их аирдропе, и каждые 3 месяца мне нормально денежек насыпает, потому что сама биржа, вот с точки зрения не торговать, она не самая удобная, как по мне. Но вот их развитие, они реально развиваются. Просто подпишитесь на их телеграм-канал, посмотрите, что они делают. Это реально круто. Хотя по факту они больше анонсируют, чем делают, ну так, глядя правде в глаза. Но тем не менее, если мы смотрим заработать в короткий период, то оно точно того стоит. А тем, кто любит этот Игуверсе, который вы постоянно пишете, ну вам просто must have зарегистрироваться на этой бирже. Потому что скоро будет весело. Вересень будет горячим. И так оно и будет. Кстати, по поводу их токена. Вот давайте перейдем, посмотрим, что с ценой было. По-моему, его в феврале его выпустили. Да, он 15.02. Ценник пошел вниз вверх. Я, кстати, частичку продал по очень прикольным ценам. Вообще, вот эти вот подъемы. 1, 2, 3. Видите, это разлоки. То есть 1-3 месяца у них происходит разлог монет, которые получили на аирдропе и, по-моему, на лаунчпаде тоже. Каждый раз происходит вот такой подъем. Кстати, можно и прикинуть себе, через 3 месяца будет следующий. Можно заранее купить токенов и продать их после разлоков. Вот. Обычно как после разлоков все идет вниз, ну типа потому что разлоки, там больше на рынке становится. Но здесь немножко другая фишка. Когда начинаются разлоки, о нем начинают много говорить. Начинают много говорить, соответственно, или заходят люди и начинают его покупать. Поэтому первая реакция рынка, и вот уже 3 раза подряд это происходило, это подъем цены. Как говорится, что было 2 раза, то будет и в 3. Либо 1 случайность, 2 случайность, 3 раза закономерность. Тут четкая закономерность уже вырисовалась. Ну ладно, это я немного не по теме отклонился. В общем, пока что на этом все у меня. Если это было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео и задавайте свои вопросы в комментариях. И давайте зарабатывать вместе. Всем профита! Слава Украине! Смерть врагам!